Итак, дорогие друзья, я начинаю сейчас обкладывать ее, эту лошадь, с этими доспехами. И первое, что я придумал, это вот сделать... Какой первый, десятый, который я придумал, это вот такую трапецию сделать и посадить на эту лошадь. Да, теперь повернем. И как бы мне показалось, что так оно будет быстрее. Теперь мы возьмем Ctrl-R. И сделаем, сколько там этих нужно. Лад. Раз, два, три, четыре, пять, хватит. Так, дальше мы с вами начинаем подгонять эту систему. Так, G по Z. Вот так, к примеру, да? Опять G. Не стоит, что ли, прямо или что? Нет, стоит. Уже по цвету. Так. Опять. Вот чем дело, ребят, подождите. Надо говорить Alt, чтобы он выбрал все. Да, вот так. После этого, конечно, мы можем делать же под вот это. Понятно. То. Так, и немножечко развернем. Скажем вот так. Теперь опять Alt зажимаем. G по Z. И тоже ее развернем. Так, допустим, пока делаем грубо, чтобы уже форму какую-то создать, а потом уже придумаем, как с ней работать. Так, ну по отдельности, я пробовал по отдельности, это ужасно. Я думаю, что так будет самое лучшее. Где-то вот так, наверное, да? Теперь еще раз G, Alt, два раза кликаем. Ну-ка попробуем просто развернуть сначала, что это будет. Это будет по Y, да? Так, потом мы уменьшаем это дело. Начинаем двигать. Так, уменьшать. А, за это. Первый так хорошо получилось. Ну, ничего страшного. Это мы сейчас тоже подвернем у нас R. И S. Так, да? Ну, а ее почему-то выворачивает. Странно, не должно. Давайте отсюда сделаем, откуда у нас была. Вот так. Попробуем просто сначала поднять. Спуку. Так, мы вот эту берем. Поднимаем. Так. Вот эту берем и поднимаем, выворачиваем. Так. Вот эту вот берем, поднимаем, выворачиваем, двигаем. Так. Ну и вот тут уже мы сейчас, наверное, выворачиваем R. Так,
Фирджи и Эспозату. Все равно напоследок вывернулась, зараза. Что я забыл сделать? Так, два раза кликнуть по ребру. Почему-то он не хочет. Из-за этого вся беда. Так, смотрим сбоку. R. Разворачиваем. Так. И подтягиваем. Сюда. Сюда подтягиваем. Еще раз уменьшаем. Нет. Ставим пока так. Да? Хорошо. Угу. Ну, а теперь нам все карты в руки, как говорится, да, мы берем, ставим лошадку, как нам нужно, и начинаем тут подгонять. Так, вот это вот, делаем вот так, нет, вот, так, точки. Мы будем подгонять, ребята, а что делать? Б. Выделяем сразу две точки. Нет, вот так. Раз. И двигаем. Ж. Где-то вот, ну, пускай вот так вот. Так, это вот сюда подвинем. Это подвинем сюда. Это подвинем сюда. Эти две поднимем наверх. Это сюда сделаем. Это сюда. Нет. Так. Где-то вот так, я думаю, если только правильно распределить их. Думал, что с этими латами столько проблем у меня будет. Вот не думал, честно. Думал, раз, два и готово. Ну что там латы, господи. Оказалось, не так все это просто, ребята. Эти должны быть меньше, а это побольше, и это побольше. Тогда она вот вокруг гривы как бы пройдет. Угу. Сейчас я объясню, почему я так тщательно подгоняю. Потому что, чтобы сделать эти латы, да, мне придется, ну, как бы сделать в них разрезы. Ну, как бы разрезы, углубления. Поэтому я хочу именно по этим сделать. Не делать какие-то новые, а именно вот по этим. Создать такую текстуру, структуру. Поэтому мне надо вот такую. Еще нужно проверить, насколько она по ширине села. Видите? То есть эти тоже нам нужно будет подвинуть. Допустим, эту и эту мы сверху сейчас будем смотреть с вами. Да, мы подвигаем S по Y. Вот так. Дальше эту и эту. S по Y. Тоже сюда. Эту и эту. По Y.
это тоже по игреку. Это. Лишь бы она не впилась в шею. Вот что. Здесь плохо мне видно. Но я попробую все-таки. Смотрим. Ну, более-менее. Броневые такие платы получились, да? Хорошо. Тут тоже, мне кажется, надо подтянуть. Да, и неплохо. Я вам скажу, что это вроде как сработало, штукенция. А последнее мое изобретение. Вот так. Ну, на крайний случай всегда можем ее это. Вот такая она у меня. Я даже не знаю, может быть, еще одну добавить. Вот эту. И сказать, что. Ну-ка, сбоку. Сказать, что я хочу. Е. Вот сюда я еще. Так. И немножечко развернуть. Вот так. Вот. Уши закрыть надо. Так, ну, естественно, чуть меньше вот здесь. Опять вот этот и этот мы сожмем. Все. А этот разожмем. Так, вот такие эти. И вот то, что я вам хотел сказать. То есть я хочу выбрать. Не знаю, все получится. Давайте по. Нет, навряд ли это получится. Ctrl-B. Вот так. Дальше. Ctrl-B. Так. Теперь вы понимаете, да? Для чего? Ctrl-B. Ctrl. Так. Есть. Ну, я говорю, я не нашел как-то лучшего способа. Не знаю, ребят. Может быть, действительно есть какой-то такой хитрый способ. Там, array, кривые и так далее. Ну, здесь трехдимензионально, понимаете? Здесь сужается к шее, расширяется к корпусу. Поэтому я не думаю, что здесь Array замечательно сработает. Ну, кто это знает? Нельзя утверждать того, что не знаешь. Ну и последнее вот здесь. Ctrl-B. Так. Теперь мы просто выбираем все это. Нет. Выбираем вот эти. Неужели поодиночке придется делать? Она как бы не хочет. Подождите. Вот так, если. Ага. То есть на ребро встаем. И на ребре получается тогда. Отлично. И мы знаем, что есть вот такая штука, называется она, вот это, по нормалям.
Ха-ха-ха. Получилось. Так, ну и теперь возьмем заклепочки, поставим заклепочки. То есть возьмем циркл. Зачем нам цикл? Не знаю. Возьмем шарик просто. Сферу. Ну, скажем там, господи, сколько их там? 8 пускай. И здесь 8. Так вот. И уменьшаем ее. И выдвигаем. И ставим в бок. И двигаем сюда. Ладно, не очень получился. Ну да ладно. Выдвигаем. Сюда. Так, и тоже ее дырын-дырын-дырын уменьшаем. Вот даже здесь, понимаете, мы не можем сделать по кривой, потому что кривая, по сути дела, должна быть тогда тоже трехдименсональная. Мы можем, конечно, но я думаю, что вот так будет проще. Если мы возьмем G, сделаем тут заклепку такую, и потянем ее по Y, вот сюда вставим, вот так вот ставим. Тут она и должна быть. Хорошо. И развернем маленько. Вот так. Ну, дальше уже работает Shift D. По их сумме. Видите, она начинает утопать уже сразу. Так, Shift D. Сюда ее. Так, G по Y. Выдвигаем. Двигаем. Вот нормально все. Вытаскиваем чуток. Слишком вытащили. Вот так поставим. Теперь опять жили сюда и по Y чуть внутрь. Ну и последнее слово тебе. Так, это будет, секунду, посмотрим сбоку, все ли нормально. Да, еще раз будет G. Shift D. Сюда и по X сначала, потом по Y, по Z. Вот
смотрю, что у нас там. По игреку немножко вроде. Ач, не то. Сначала нужно ломать G, а потом G. А иначе получается ерунда. Так, смотрим сверху. Ну, более-менее нормально. Так, все? Все 6 штук. Окей. Так, теперь. Мы должны выбрать. Но у нас проблемка. Видите? Не продумал я с самого начала. То есть я сейчас зажал Ctrl и плюсом выбираю все остальные разделения. И теперь говорю B. Selection. Все. Мы их отселектировали. Объект. Вот теперь это отдельные штуки. Так. И я могу спокойно сказать Reset Transform. Далее объект Set Origin 3D курсор. И здесь сказать Mirror. Ну, конечно, не по Y нам надо, а X берем. Так, и смотрим на нашу лошадку. Да, вот так. Единственное, что может быть. Давайте я еще сделаю кое-что. Видели вот это. И когда выйдет мод, скажу грани. Выберу эти грани. Вот эти. Это слишком жестко это. И скажу Ctrl B. Вот так. Вот так. Вот. Теперь у нас все красиво, все хорошо. Так, первый изготовили. Нужно следующее делать. О, сколько возни-то с ней, сколько? Ну, 22 минуты потратили.